Тройное счастье. В семье Елены и Сергея Воротынских из Новодвинска родилось три дочери. Торжественная церемония регистрации детей прошла в городском ЗАГСе. Девочек, которые получили свои первые документы, свидетельства о рождении, назвали Анна, Екатерина и Виктория. Эмоции переполняют. Поначалу как неожиданно было, потом радость. Радость только ничего, кроме радости. Они сейчас маленькие, поэтому бывают капризничают, но особых хлопот не доставляют. Пока. В семье растет и старшая дочь Соня. Десятилетняя девочка признается, что очень обрадовалась появлению на свет сразу трех сестричек. Я помогаю кормить. Помогаю их переодевать. И все. Рождение тройни для Новодвинска, как и в целом для Архангельской области, отметили в ЗАГСе большая редкость.